Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре насосная станция для перекачки топлива, дорожная карта ДК-8020. Нас очень много спрашивали, когда же мы снимем видео, покажем комплектацию данной станции, ну и более детальные характеристики. Вот сегодня мы все это видео вам покажем. Давайте начнем с габаритов данной станции. Вес данной коробки 8,3 кг. Высота 34 см, ширина ее 30 см и глубина станции и на самой коробке 23 см. Далее по габаритам еще. Шланг забора топлива, вот он армированный идет. Длина данного шланга 2 метра. Шланг подачи топлива, он идет резиновый, вот такими вот металлическими резьбовыми соединениями, к которым подключается уже сам пистолет, и вы подключаете к самой станции. Длина данного шланга 4 метра. Вот нет катушки, смотан. Далее по характеристикам. Станция работает, данная, что у нас сейчас в видеообзоре, она работает от 12 вольт. Есть такая же, которая работает на 24 вольта, и есть станция, работающая от 220 вольт. Мощность станции 175 ватт, производительность 50 литров в минуту топлива, высота подъема 10 метров, глубина забора топлива 5 метров, частота вращения 3600 оборотов в минуту. По комплектации. В комплекте идет вот такой фильтр, который подсоединяется к шлангу, который забирает топливо. Это сложно назвать фильтром, скорее всего, такое сито пластиковое. Вот оно разборное. Далее идет переходник, тоже, который подсоединяется к шлангу. Идут клеммы для подключения. Не сказал еще по проводу. Длина провода, вот, который идет в комплекте, 1,5 метра. К нему вы подсоединяете уже сами клеммы. Так, в комплекте идут хомуты для пережима шланга и сам пистолет. Пистолет полностью металлический, имеет фиксатор, то есть вы можете нажать. Можете нажать и зафиксировать подачу топлива. Сам пистолет. Он может располагаться у самой станции. Вот, одеваете. Станцию при желании можно повесить куда-то на стену. Но это более мобильная. Так, здесь у нас идет сам насос, счетчик. Счетчик идет в пластиковом футляре, сама крышка пластиковая. Здесь у нас регулятор. Сам насос полностью все из металла. К станции идет гарантийный талон. Гарантия на нее 24 месяца. И краткое описание. Здесь технические характеристики, меры безопасности. И техническое обслуживание, что нужно делать при обслуживании. Также есть порядок работы и подключения к самой станции. Очень популярная станция, поэтому, я думаю, видео это поможет вам с выбором. По крайней мере, очень мало о ней, мало очень информации в интернете, поэтому решили вам детальнее все показать. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.